Привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео хочу поговорить с вами на такую тему, почему большинство танкистов играет столь ужасно и так много крайне нескиллованных игроков, которые не то что плохо играют, вообще непонятно, что они делают в бою. Ответ простой, они просто очень плохо ориентируются в игре. Они вообще не понимают, где они находятся, куда ехать, что делать, куда смотреть, где помогать, где лучше спрятаться и не вылазить, куда выглядывать, куда не выглядывать. И возможно, среди тех, кто посмотрит это видео, тоже будут люди, которые играют крайне слабо и возможно хотят узнать, а почему кто-то играет слабо. В то же время, как некоторые играют довольно-таки хорошо в нашу замечательную игру World of Tanks. Вот я вам и отвечу. По мере того, как у меня рос процент побед, ВН8 и скилл в этой игре, у меня взгляд на игру в самом бою изменялся. И в принципе, как это происходило? В начале, когда я начинал играть, и у меня уже изначально было там 55% побед и какой-то зелененький ВН8, для этого было достаточно выкачивать нормальные танки и плюс-минус ехать примерно в то направление, где играли хорошие игроки, и пытаться там же играть, где играли и они. Примерно разыгрывать те же позиции. Все. Просто аккуратненько играешь на позициях, смотришь, что подставляется, тыкаешь урон и качаешь нормальные танки. Этого достаточно для того, чтобы несколько лет назад иметь 55% и зеленый ВН8. Потом со временем, поиграв в кланах всяких разных, я еще набрался опыта, и уже взгляд в бою у меня немножко изменился. В плане того, что нужно не просто качать хорошие танки и ехать куда-нибудь в хорошее место на хорошую позицию, но еще и начинать максимально эффективно действовать с первой минуты на том танке, на котором мы выехали в бой. А это уже намного сложнее, поскольку нужно учитывать очень много факторов. Какой наш танк? На что он способен? Много ли для нашего танка выбора в плане того, где мы можем сыграть эффективно сразу с первой минуты. Чем быстрее мы начнем приносить пользу себе и команде на своем танке, на котором мы выехали в бой, при этом мы не должны слиться, мы должны приносить пользу. А сливание — это не то, что польза, это наоборот, это ущерб своей команде и самому себе. Если вы с первой минуты сливаетесь, то вы наносите себе и команде своей ущерб. В принципе, вы и сами тогда ущерб, и можете после боя такого сказать себе: блин, в этом бою я просто тупо ущербный. Для чего это надо делать после каждого плохого боя? Чтобы вы поняли, что вот так вот играть, как мы сыграли в этом бою, в плохом, нельзя. И нужно подумать, а где мы ошиблись, как нужно сыграть по-другому. Для того, чтобы в следующий раз не быть ущербом. Бывают моменты, когда не повезло. Но нужно опять же думать, а была ли возможность предотвратить и уменьшить вероятность невезения. Может, мы сами подставились и дали возможность врагу проявить хоть малейший шанс везения. Это тоже нужно учитывать. И лишний раз нигде никуда не подставляться, но при этом всегда быть так близко к врагу. Вроде бы ты находишься в безопасности, но в любой момент ты готов наказать врага за ошибку. Это и есть активная игра с первой минуты. Быть очень агрессивным, но в безопасности и в любой момент иметь возможность наказать врага. При этом нужно думать еще, на каком вы танке и на что он способен. Это то, что я почерпнул с кланов и в принципе уже начал развиваться до фиолетового и 60% побед. Сейчас же я просто все это более-менее усовершенствовал и отточил более-менее всякие разные навыки. И в целом, что я могу вам сказать? Что со временем еще добавилась кое-какая вещь, когда ты начинаешь играть еще лучше. Это количество вопросов, которые ты себе задаешь на различные темы, которые происходят в бою. Чем больше ты одновременно мыслей в голове прокручиваешь, что происходит в бою, что будет, если оттуда выйдет враг, с какой стороны мне сейвиться, стрельнет сюда арта, не стрельнет, где лучше помочь, куда я успею доехать, куда я не успею, на каком расстоянии я должен ехать, чтобы меня из стандартных кустов не засветили ЛТшки, какое КД у врага,
Сколько раз я могу его наказать за одно его КД? Один раз, два раза, или барабан ему раздать. Или если у меня долгое КД, то я должен во время перезарядки не подставляться под ДПМные танки. Они должны играть от моего длинного КД, поэтому нужно искать безопасное место. Одновременно все эти вещи нужно проворачивать в голове и смотреть на карту. Плюс еще не забываем про то, на каком мы танке, где мы с первой минуты можем приносить эффективность. Ну и прокачка хороших танков плюс хорошие позиции, тоже про это не забываем. Вот так развивался мой скилл в игре World of Tanks. Постепенно. Все начинается со снов. Прокачка хороших танков плюс хорошие позиции. Эволюция хороших позиций в эффективное нанесение урона с первой минуты боя. Причем все это должно быть безопасно. И при этом должна быть вариативность в развитии боя. Нельзя себя загонять в угол, из которого не выйдешь. Ну и все это сверху еще эволюционирует в очень большое количество размышлений одновременно, что происходит в бою. Плюс постоянно смотреть на карту. Вот так развивается скилл в игре World of Tanks. По моим ощущениям, большинство танкистов не дошли даже до первого этапа развития скилла в картошке. Выкачивание имбовых танков плюс позиции. Они смогли либо выкачивание имбовых танков, либо в позиции, ну и где-то там застряли. Дальнейшего развития у них не произошло. При этом у многих танкистов очень много боев. А это говорит о том, что после боя они себе не говорят, что если я плохо сыграл, значит я сыграл как ущерб. То я должен себе сказать, что так играть нельзя. Нужно подумать, где ты ошибся и как нужно было сыграть по-другому. В таком случае будет развитие. Да, игра у нас не самая приятная. В ней очень много всего негативного. Но при этом, при всем, мы все играем в равных условиях. В равноговняную игру для всех. Которая иногда нам улыбается. И очень часто не улыбается в игровых моментах. Но при этом, при всем, мы все в нее играем в одну и ту же. Поэтому, если собраться с духом, то можно в нее научиться играть. Самое главное, чтобы для этого было у вас желание. А все остальное не так уж и сложно. Главное в правильном направлении думать. В любом случае можно играть и слабо, и средне, и сильно. Если вам так нравится, вы играете для себя, игра приносит вам удовольствие, то в целом вы не зря играете, вы получаете удовольствие. Как вы получаете удовольствие, это уже ваше дело. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.